Ер то пожам даф йоми, начинаем новый трактат Беша Това, Бесимана Това, трактат Моэд Катан, лист второй, ясно, что дверей Тора Лишмат Конус Йоми Хорам Хайс Бетамара, Лео Бодасер, Багам Пинхас Бен Сури, Бен Перухат Бен Амбедадер, Асхад Мисру Хвата Мисру Хвашим Элу Хаймид Мунем Шимон Хаймид Мазал, Элу Хай Коэн Бен Ципора, Ибушин Бен Марка, Матлетя Бен Сара, Виштим и Мурхамир Хваш Лема. То до того, как мы начнем второй лист трактата Моэд Катан, просто пару слов о этом трактате. Этот трактат называется Моэд Катан. Что это Моэд Катан? Маленький праздник. Потому что этот трактат говорит о законах Хола Моэда. Хола Моэда — это средние дни между Йом Тов в Песах и Суккот. И Хола Моэд, они не простые дни недели. Они тоже имеют святость, поэтому называется Моэд Катан. Маленький праздник. В сравнении с Йом Товом они немного меньше. И есть определенные запреты, которые есть в Хола Моэд. И Хола Моэд имеет святость. Рамбам объясняет, почему этот трактат идет сразу после трактата Мегила, потому что в трактате Мегила мы учили законы Пурима, законы чтения Торы, и законы Хола Моэда, они похожи на законы Пурима, как в Пурим нельзя поститься и нельзя делать хеспед, то есть говорить над огромной речи, так и в Хола Моэда это запрещено делать. Хола Моэд Овели тоже убирает, да, первые семьи? Да, Йом Тов убирает, это последние 10 листов нашего трактата, сейчас мы до этого быстренько дойдем. Поэтому говорит, объясняется так. Написано в Торе про Йом Тов. Мы с вами на Алахот Шаббат учили Масехет Шаббат. Что запрещено делать на Шаббат? Законы Йом Това Масехет Бейца. А где написаны законы Хола Моэда? В нашем трактате Моэд Катан. И что запрещено в Торе, четко и ясно не написано. Поэтому мудрецы и решоним они объясняют так, что то есть запрещенные действия по Торе в Хола Моэд. Но они в Торе не написаны, и Тора дала мудрецам право решать, что запрещено в Хола Моэд, а что разрешено. Написано про Йом Тов так, Йом Шаббатон. Написано про Суккот так, ах бехамиша асар йом лаходеш ашвии, 15 числа 7 месяца, тишре, беуспехая тегуада арец, тахогу эхаг ашем шиват ямим, йом харишон шаббатон, в йом ашмини шаббатон. Первый день праздника Суккот шаббатон, и восьмой день праздника шаббатон. Что это значит шаббатон? День отдыха, как шаббат. Все, что запрещено на шаббат, запрещено делать на Йом Тов, кроме охель нефеш. То, что нужно кушать человеку. Дальше. Я объясняю, Раби Акива. Переходит охель нефеш. Охель нефеш — это значит сол. Человека имеется в виду, еврея. Гой варить нельзя, для животных варить нельзя и так дальше. Теперь Раби Акива в трактате Хагига, 18 лист. Это следующий трактат, который мы с вами пройдем. Израиль Ташем на 18 листе говорит, что вроде бы из Торы видно, что Хола Моэд никакой святости не имеет. Так написано Йом Аришон Шаббатон, первый день Шаббатон, и Йом Ашмини Шаббатон. Но даже написан другой пасук. Эле Моаде Ашем Микрей Кодеш Ашер Тикруотам Бе Моадам. Вот праздники Всевышнего Микрей Кодеш, святые создания, святые собрания. Что это за святые собрания? Это дни Хола Моэд. Говорит Мара, Эна Катуу Медабер, Эла Бехуло Шель Моэд. А что написано Микрокодеш? Это Хола Моэд, святой день. Лейла Медха, Ше Асур Бимлаха, что Хола Моэд запрещено работать. Дальше. Раби Акива говорит так, что, несмотря на то, что это написано Микрокодеш, есть много разрешенных вещей, которые можно, где Ше Исмах Беехук Бемоэд, потому что человек должен радоваться и праздновать Моэд, поэтому есть много вещей. То, что запрещено на Йом Тов, разрешено в Хола Моэд. Но есть много чего запрещено и на Хола Моэд, где Шело Езальзель Бемоэд. Чтобы человек не пренебрегал, не относился с неуважением к Хола Моэду, есть определенные вещи, которые мудрецы запретили. Дальше. Как мы сказали, Масру Хакату Лехахамим, Масро Хакату Лехахамим Ломар, Эзе Мелаха Асура, Эзе Мутерет. Тора передала это мудрецам, чтобы они нам объяснили, что можно делать с Хола Моэд, а что запрещено. Теперь первые два праким, две части этого раздела Моэд Катан говорят о том, что можно делать на Хола Моэд и о том, что нельзя делать на Хола Моэд. И на 12 листе первой страницы этого трактата говорит Маратак Амарав Хама Бар Гурья Амарав Алхот Моэд Калхот Кутим Беалаха. Законы Моэда, они как Алахот Кутим. Что это за Кутим? Это была группа
непонятно как принявших еврейство, которые часть постановлений мудрецов принимали, а часть не принимали. Поэтому Амарав Даниэль бар Кетила, Амарав, сказал Рав Даниэль сын Кетила со слов Рава, ломар шеем акарот, показать, что законы Хол ха-Мועד, они как женщина, которая бесплодная, не может принести детей. Вен лемидот зомизо. То есть один закон Хол ха-Мועד я не могу выучить из другого закона. Два вроде бы почти на 99.9 похожих действия на Хол ха-Мועד, которые человек делает. Одно разрешено, второе запрещено. Поэтому как вдова не может иметь детей, законы Хол ха-Мועד нужно четко и ясно знать, что можно, а что нельзя, потому что один закон из другого не выводится. Два. Теперь это дальше очень важно. Категории разрешенных действий в Хол ха-Мועד. Что можно делать в Хол ха-Мועד, если мы это постараемся запомнить, поможет нам на весь трактат Бе'эзрат ха-Шем. Первое, как мы сказали, это охель нефеш. То, что необходимо для еды человека, для приготовления еды, можно делать на Хол ха-Мועד. Но Рахамим скажет, что это можно делать на Йом Тов тоже. Но в Йом Тов можно делать что? Можно делать только с лиша. Лиша это... Завтра, Бе'эзрат ха-Шем, мы с вами начнем алахот шаббат, продолжим, начнем алахот лиша. Это смешивание теста, делать тесто. В Йом Тов можно только взять муку, смешать ее с водой, сделать тесто, и все, что идет после этого, разрешено делать в Йом Тов. Но до этого сеять, срывать, сжинать, молотить, все это в Йом Тов делать нельзя. Но в Хол ха-Мועד можно. Для еды можно делать все, что необходимо, даже можно строить. Человеку нужно построить печку, чтобы испечь там хлеб или зажарить там мясо, имеет право все, что необходимо делать для Хол ха-Мועד, имеет право это делать, а не как в Йом Тов, что можно делать только после теста и вперед. Дальше. Следующая категория это Цорхе ха-Мועד. То, что необходимо для праздника. У нас есть закон Мицва весамахта бехагеха ваита ах самех. Поэтому человек, который хочет с семьей поехать на пикник, отдохнуть, Хол. Имеет право в Хол ха-Мועד. Но, интересную историю рассказал Рав Штурм сегодня, а Рав Шломо Залман Ойбах, он очень строго относился к законам Хол ха-Мועד. Однажды его ученик приехал к нему посмотреть, есть мицва увидеть своего раввина на праздник. Он говорит, как ты ко мне добрался? Пешком, на автобусе, на машине? Он говорит, я приехал на такси. Он говорит, как ты мог приехать на такси? Он говорит, что мицва же раввина посмотреть, это наслаждение для меня, по крайней мере, может быть, для вас. Он говорит, тебе можно было, Хол ха-Мועד. Тебе, говорит, можно было приехать, но тому таксисту нельзя было ехать. Потому что в Хол ха-Мועד одна из категорий, которая разрешается, это то, что человек потеряет доход, можно делать. А нельзя предотвращать не, то, что человек не заработает. Тебе можно было приехать, но ему ехать нельзя было, потому что он ничего не терял. Он бы, если на работу не вышел, он бы не заработал, но не потерял. Поэтому закон Хол ха-Мועד очень строгий. Следующая категория, то есть мы сказали, вторая категория это была то, что необходимо для Хол ха-Мועד. Что значит не потерял? Что не понял? Работать. Деньги, доход не потерял. То есть человек, который потеряет, если он не пойдет на работу, у него было $1000, если он не пойдет, у него останется 900, то ему можно будет пойти. Но если у него было 1000, а он не пойдет на работу, у него останется 1000, не будет 1100, ему на работу идти нельзя. Сейчас мы это скажем. Дальше, следующая категория это... Давар ха-авед, как мы сказали, то, что человек теряет, у человека, не дай бог, затоп дома, чтобы не стало хуже, ну, имеет право починить, потому что здесь он теряет то, что у него есть. Следующая, четвертая категория, это цорхе рабим, то, что необходимо для общины, для народа, где-то лужа, где-то яма, где-то что-то сломалось, дороги нужно починить, миквы нужно починить, как мы дальше посмотрим. Можно это делать в Хол ха-Мועד, даже если это не нужно на сам Хол ха-Мועד, но так как это нужды для народа, для общины, можно это делать в Хол ха-Мועד. И следующая категория это поэль шеэн ло ма леэхоль. Человек, который работает, и у него нечего есть, тогда он имеет право пойти на работу, чтобы заработать для себя, для своей семьи. И даже если это у него маасе уман, то есть он какой-то профессионал, который делает что-то, это следующая категория, цорхе мицва. То, что необходимо для мицвы, тоже можно делать на Хол ха-Мועד, пока мы скажем, как Рашба объясняет, что можно написать тфилин и мецузот на Хол ха-Мועד, потому что это мицвот, без которых не может существовать мир. Несмотря на то, что это работа профессионала, а работа профессионала в Хол ха-Мועד запрещена, но для мицвы можно. Следующая категория, которые запрещены в Хол ха-Мועד. Первая, тирха етера. Человек не имеет слишком сильно себя утруждать на Хол ха-Мועד. Даже то, что разрешено, если там нужно сильное утруждение, не имеет права делать. Второе, бефаресия.
То, что можно сделать скрыто, не имеет права делать открыто. Есть определенные действия, которые запрещены делать в Холомоид открыто. Махон лемлахто лемоид. Что он делает? Он говорит, в Холомоид я работать не буду. У меня есть appointment у доктора, у дантиста, у того и этого. Плотника надо позвать. Все это делает на это Холомоид, не имеет права это делать. Дальше, если у него зуб болит, он может пойти к врачу. Да. Но если не болит, тогда я не имею... Он говорит, что все равно я взял выходной, не имеет права. Дальше, Дерех Схирут, как мы сказали, что человек не имеет права наниматься на работу на Холомоид, конечно, за исключением, если ему нечего есть. Дальше, Зильзуль Хамоэд и Маасе Уман, нельзя пренебрегать Холомоэдом, праздником, и также нельзя делать профессиональную работу, как мы сказали. Кроме того, что касается мицвот. Что можно работать? То и последние 10 листов говорят о законах авелут. По кому человек должен держать траур, не дай бог, отец, мать, это 12 месяцев. Сестра, брат, сын, дочь и супруг, это 30 дней. Человек, у которого кто-то умер, он освобожден от мицвот, пока не похоронили, называется онен, от мицвот освобожден и также не имеет права кушать мясо и пить вино. Дальше. Аллахот. Если, не дай бог, кого-то скончался, отец или мать, он делает крия на левой стороне, рядом с сердцем, и потом, когда 7 дней проходит, и никогда он не имеет права эту рубашку снова зашить. По другим родственникам делает с правой стороны, когда авелут проходит, имеет право их зашить. 3. Дальше. Крия направо только по маме, и все? Не, на левой, где на сердце, по родителям, не дай бог. А всем остальным справа. Дальше. Насколько важно соблюдать законы траура? Говорит Мара, Амар Рав Тахлифа Бар Авими, Амар Шмуэль, Авель Шело Пара Вешело Пирем Хаяв Мита. Авель, который должен соблюдать траур, он не сделал крия и не отрастил волосы, заслуживает смерти, не дай бог. Дальше. После того, как похоронили, он возвращается домой, сидит, мита кфию, мита афуха. Он сидит на кровати, которая перевернута, то есть сидит на низком стульчике. Или раньше они переворачивали кровати, есть вопрос, переворачивали или нужно, или нет. Неважно, он сидит на низком стульчике, не выше 3 кулаков, и его соседи и родственники приносят ему первую трапезу. Она называется Саудат Хавраа. Он не имеет права эту трапезу кушать со своих денег. Должны его друзья, родственники ему в этом помочь. Теперь, законы траура. Есть 3 периода траура. Первый называется Шива, первые 7 дней. Они относятся ко всем родственникам. Второй это Шлушим, это 30 дней. Они тоже относятся ко всем родственникам. И 12 месяцев Юбет Ходиш относятся только к отцу и матери. Что нельзя делать в течение 7 дней? Легалеях нельзя бриться. И стричься. Кибус угодим. Нельзя стирать вещи и нельзя одевать свежую выстиранную вещь, одежду. Рехица нельзя купаться. Нельзя сика притираться маслами и мазями. Асият малаха нельзя 7 дней работать. Талмуд Тора нельзя учиться Тору. Шеилат шалом нельзя приветствовать, говорить шалом другим. Ташмиша мита нельзя иметь супружескую близость. Иштатфут бесимха нельзя участвовать на свадьбе, на праздничных мероприятиях, и также нельзя в эти 7 дней жениться. Шлушим, к 30 дням траура относится легалех, еще продолжается запрет бриться и стричься, и штатут бесимха, и нельзя участвовать в праздничных мероприятиях и жениться. Это в течение первых 30 дней по всем родственникам. И 12 месяцев относится только к отцу и матери, нельзя там бриться и стричься. Иштатфут бесимхай нельзя участвовать в праздничных мероприятиях, но для этого без радости мы с вами пройдем. Есть много послаблений. Да. После 30 дней уже разрешают побриться и постричься. Тот, кто не держит траву по матери и по отцу, он сам может постричься, но тот, кто держит по матери и по отцу, ему должны гуаримбу, ему должны сказать, тебе не идет. Это, а и пока ему не сказали, он не имеет права. Поэтому, в принципе, это запрет длится 1 год, пока ему не сказали, давай, и галут надо убирать, не нужно слишком сильно траур тянуть, поэтому поправься. Теперь, на 14 листе нашей гмары говорит так. Авель энон оэг авелут, берегель шенеймар, бессамахта бехагеха,
יעבילו דמעיקרא הוא עתי, עשה דרבים, בדחי עשה דיחיד. Закон траура в праздник не действует. Почему? Потому что у нас есть мицва радоваться в празднике. У нас есть повелительная мицва для общества радоваться в празднике. Есть повелительная мицва для одного человека соблюдать траур. Поэтому повелительная мицва общественная отодвигает мицву единицы. И поэтому закон траура в праздник не действует. Ни в Йом Том, ни в Холомой. Дальше говорит Гмара. Мишна говорит дальше там так. הקובר את מתו שלושה ימים קודם לרגל, בטלה הימנו גזירת שבעה. Человек, который похоронил за три дня до праздника своего ближнего родственника, не дай Бог, праздник отменяет законы семи дней. Все, законы семи дней закончились, и даже когда праздник закончится, у него осталось 3-4 дня досидеть 7 дней, он не сидит. Какие праздники? Песах, Шавуот, Суккот. Дальше. И остальные дни он не соблюдает. Даже говорит Мишна там, Шмона батла гемена гзера шлошим. А если он похоронил за 8 дней до праздника, уже 7 дней прошло, уже нечего отменять, но тогда есть 30 дней. Уже законы 30 дней отменяются. Тоже и поэтому после праздника не должен досиживать эти 30 дней. Но, да. Дальше мы сказали, когда пока 28-й лист говорит. Секундочку, 30 дней если отменяется, значит, что уже бриться можно потом, до праздника? Ну, законы потом посмотрим. Это сейчас у нас пока overview. Общий обзор, чтобы мы знали концепты, о которых мы будем говорить. Когда человека, не дай Бог, похоронили, на 28-м листе говорит Гмара Омдин Бешура Умитнахамин. Когда тот, кто похоронил своего родственника, не дай Бог, возвращался с могилы, то люди стояли в два ряда, или если было много, в четыре мы с вами проходили в Масехет Брахот, и этот человек проходил между ними, они ему выражали свое соболезнование, а рядом, с другой стороны, отдельно были женщины, которые плакали и причитали и так далее. И говорит Мара в конце нашего трактата так. Аваля атидлаво, но в будущем, когда придет Машех Бедрат Ашем, гуомер, била хамавет ланецах, все, больше не будет смерти, умаха Ашем элуким димаме алкольпарим, и Всевышний вытрет слезы со всех лиц. То есть больше не будет нужды ни в слезах, ни в похоронах, ни в причитаниях, а будет только радость и веселье. Амин.